Ребята, какое у нас домашнее задание? Как мы провели воскресенье? Кто нам расскажет? Айдана. Воскресенье прошло, как обычно, даже скучно. Папа меня отвез в зоопарк. К вечеру мама приготовила мои любимые баурсаки. Мы все вместе поужинали и смотрели кино. Молодец, Айдана. Кто еще расскажет? Шингис, ты готов? Я очень люблю выходные, потому что я провожу весь день с мамой. Утром я встаю в 8 утра и сытно завтракаю. Папе нелегко, я его понимаю. После я беру свою флейту и занимаюсь. Люди у нас добрые. Ближе к обеду я захожу в цветочный магазин и покупаю маме цветы. Моя мама далеко, поэтому я иду на остановку. На автобусе быстрее доехать. Мы вместе читаем произведения Сейфуллина «Аксак Кииг». Я рассказываю маме, как провожу всю неделю. Мама всегда говорила, все будет хорошо. Я в это верю. Моя мама говорила, всегда следовать своей мечте, трудиться и добиваться поставленных целей. Получая эту награду, я убедился, что это возможно. Это достижимо.